Всероссийский форум «Родные и любимые», который стал первым официальным событием года семьи в стране, проходит на международной выставке «Россия» на ВДНХ. В рамках форума проводится конкурсная программа, одна из номинаций которой называется «Знатоки Родины». По результатам заочного этапа ее участниками стали 29 семей, в число которых вошли и приморцы. Семья Удовиковых провела экскурсию по экспозиции «Приморья». Они рассказали об истории семьи и о том, как ее предки оказались на территории Дальнего Востока. После этого все желающие познакомились с нацпарком «Земля леопарда». Члены жюри прошли по иммерсивному коридору, где ощутили себя в настоящем зимнем лесу. И своими глазами увидели кадры из среды обитания леопарда. Завершилась экскурсия рассказом о Владимире Арсеньеве и презентацией книг, изданных в рамках губернаторской книгоиздательской программы.